каждой сфере свои рекорды. В футболе – голы, в беге – секунды, в автомобильном бизнесе – проданные машины. Этой осенью компании Chery удалось превзойти саму себя и установить новый рекорд. Последние полгода количество проданных машин не опускалось ниже отметки в 100 тысяч экземпляров ежемесячно. А в октябре совокупный объем мировых продаж превысил 130 тысяч автомобилей. А это, между прочим, на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря таким темпам роста китайская компания сумела продать более миллиона автомобилей за 10 месяцев 2022 года. По сравнению с результатами 2021 года, объемы продаж китайской компании выросли почти на четверть. Во многом это стало возможно благодаря моделям Tiggo 7 и Tiggo 8, которые стали для компании настоящими бестселлерами. Кроссовер с индексом 7 разошелся по миру тиражом почти 135 тысяч экземпляров, а Tiggo 8 практически достиг отметки в 160 тысяч проданных автомобилей. Эти и другие модели помогают Chery активно осваивать новые рынки. Причем не только российские, где доля китайских компаний за последние месяцы многократно выросла, но рынки стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Если компания сохранит такую же динамику роста, то следом за этим рекордом наверняка появятся новые. Между прочим, футбол в начале предыдущей новости мы вспомнили не просто так. В телеграм-канале компании Chery три раза в неделю проходит игра «Угадай гол», приуроченная к чемпионату мира в Катаре. Участникам предлагается угадать счет матча и страну победителя. За верные ответы можно получить баллы, которые позволяют претендовать на призы. И чем ближе к финалу, тем больше баллов удастся получить за верный ответ. А призы, между прочим, стоящие. Раз в неделю компания разыгрывает iPhone 14, AirPods Pro, Apple Watch, билеты в VIP-ложу стадиона «Открытие Арена». А увлеченным болельщикам наверняка захочется получить мерч с автографами футболистов московского «Спартака». В финале будут разыграны главные призы, среди которых месячный тест-драйв Chery Tiggo 8, поездка в Сочи, а также дорогие гаджеты и билеты в VIP-зону стадиона «Открытие Арена». Игра продлится до 18 декабря, так что имеет смысл прямо сейчас подписаться на телеграм-канал Chery.